Ну что, город Брест, гостиница «Беларусь», заселились. Сейчас покажу вам обзорчик номера и расскажу, что почем. Итак, обзор номера. Заходим в номер. Здесь он включает маленький тамбур. Здесь у нас санузел, полотенце, туалет, опять поддон, сушка, конечно же я, принадлежности, два мыла. Ну, номер. Номер сделан вот таким образом. Здесь у нас шкаф. Ну, немножко поломанный, правда. Что делать? Вот так вот уже открылся. Вот так у нас две кровати, телевизор, стол, пульт от кондиционера. Вот такой вот номер стоит 128 рублей в сутки. Хочется сказать по поводу номеров. Чем мы едем дальше? Вглубь, ну или как объезжаем, да, тем я сталкивался с тем, что нету мест. Вот мы вот гостиница «Беларусь», это в принципе из недорогих номеров, единственный последний 5 номер мы взяли. Мест нету. А есть 6-го, 7-го числа, а вот эти дни, начало майских праздников, мест нет. Так что нам пока везет, ну в принципе переспать пойдет, поэтому ничего страшного здесь нету. Вот такая вот гостиница. На майские праздники, смотрите, если вам подходит, можете выбирать эту гостиницу.